2 сентября на площади Металлургов состоится 6-й фестиваль «Энергия молодых». Фестиваль призван собрать на этой площадке более 20 интерактивных спортивных площадок города. Целью фестиваля является развитие здорового образа жизни в городе Череповце и Вологодской области. Например, кроссфит. Нужно будет больше 20 раз отжаться, 30 раз поднять там гирю, например. Следующая площадка идет у нас бокс. Надо будет исполнить какое-нибудь упражнение из бокса. Также будет черлидинг, там может станцевать где-то показать какое-то движение, то есть на фестивале. Следующее это у нас скейтборд, то есть это проехать на скейтборде. Мероприятие начинается в 2 часа, обязательно не опаздывайте. После того, как вы зарегистрировались, вам выдали кросс-листы, вы проходите все по заданию и получаете баллы. Баллы в конце суммируются. Участник, набравший большее количество баллов, получает ценные призы от организаторов и спонсоров мероприятия. Спонсоров очень много в этот раз, призы очень шикарные. Выжившие – это мини-экстрим, марафон, полоса с препятствиями, длина 600 метров, то есть это забег на выносливость, да, то есть для людей проверить свои силы, поучаствовать, проверить, какова физическая подготовка и просто получить море эмоций. Есть и по веревочкам поползать, где-то наоборот по земле поползать, попачкаться, то есть побегать, попрыгать, всего достаточно. Строго от 18 лет, то есть каждый будет писать расписку за травмы и за увечья, каждый несет персональную ответственность. Ожидаем всех желающих, но количество участников ограничено. Каждый, кто еще желает успеть, приходите в группу, регистрируйтесь, принимайте участие, но надо торопиться. На фестивале также будет очень интересный флешмоб, посвящен эмоциям. В фестивале будет создана будка эмоций, и каждый человек сможет передать свою эмоцию именно через эту будку. И то есть подать спорту именно свой посыл, который он держит у себя внутри. Это не только спортивное мероприятие, но это участие различных творческих коллективов города. Это различные танцоры, певцы, то есть группы музыкальные будут. И будут выступать сами спортсмены. И турникмены ребята приедут у нас с Вологды, обещали к нам. Держим пальчики. Традиционно общественная организация «Мамы Череповца» рекомендует проводить детскую площадку. На площадке будет представлен порядка 30 организаций, которые занимаются с детьми нашего города. Родители могут записать в понравившийся кружок своих детей, посетить мастер-классы. Также в парке имени Ленинского комсомола будет отдельная сцена, тоже с творческими коллективами. Различные детские коллективы, молодежные, будут представлять свои направления, куда тоже могут записать родители своих детей. Еще очень интересная фишка на фестивале будет. Она проводится у нас уже в 6-й раз. Это будет забег на шпильках. Девушки, дамы, женщины, красавицы, наши любимые девочки будут участвовать именно в забеге на шпильках. Длина каблука от 7 до 14 сантиметров, то есть получается шпильки. На шпильке нужно будет пробежать определенное расстояние за время. Самая активная и самая быстрая бегунья на шпильках выигрывает ценный приз от спонсоров и организаторов мероприятия. Приз для девушек очень интересный и красивый. Ждем всех на энергию молодых!